Наверняка каждому из нас знакомо чувство беспокойства, когда приходится отдавать свою банковскую карту при оплате в чужие руки. Или когда нужно прямо при продавце ввести пин-код. Теперь при покупке билетов на пригородные поезда Москвы делать это не придется. На столичных вокзалах начали устанавливать специальные терминалы. Оплачивая билеты, нужно лишь поднести к терминалу карту. Спишет деньги так называемая система PayWave, то есть бесконтактная технология. Это карта с интегрированным чипом, по сути, там с антенкой, если говорить по-простому. То есть в нее вшито, ну, по сути, приложение, позволяющее реализовывать эту функциональность. Систему PayWave в России разработала Visa, поэтому установить такое приложение бесконтактной оплаты можно на любую карту этой компании. Узнать, можете ли именно вы установить PayWave на вашем пластиковом кошельке, можно в своем банке. Если стоимость билета не превышает 1000 рублей, то вводить пин-код или ставить подпись на чеке не придется. Это заметно упрощает и ускоряет процедуру покупки. Эксперты уверяют, что такой способ оплаты безопаснее, так как не происходит считывание чипа вашей карты. По данным опросов, которые проводила Центральная пригородная пассажирская компания, сегодня все больше россиян предпочитают оплачивать проездные банковскими картами. Основное преимущество такой оплаты – не нужно возиться с мелочью. На сегодняшний момент порядка 10% всех билетных окон оборудованы терминалами, позволяющими производить оплату по банковским картам. И спрос со стороны пассажира на этот вид оплаты проездных документов постоянно растет. Оборудовать столичные вокзалы такими терминалами начали с Ярославского, одного из самых загруженных. К концу года они появятся и на остальных вокзалах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и на крупных станциях Московской и Ленинградской областей.